Фотограф хорошего настроения. Именно так друзья и коллеги называли Виктора Охломова. Это определение невероятно точно описывает его жизнь и отношение к профессии. С фотоаппаратом в руках он прошел через хрущевскую оттепель, брежневскую эпоху застоя, горбачевскую перестройку и новую эру в истории России. Он, в общем, конечно, относился к классической, так сказать, фотографии, к репортажу, как к теме, что, в общем, человек там, наверное, должен присутствовать, и это главное. Даже если это пейзаж, там человек в каком-то виде должен все-таки быть. И действительно, тут вот на всей выставке, ну вот может быть, кроме вот плотов и вертолета, там везде присутствует человек. Выставка, посвященная творчеству автора, открылась в Самарском доме журналиста. В зале собрано порядка 30 работ. Все его фотографии, хоть и черно-белые, но такие добрые, светлые и с чувством юмора. Можно увидеть улицы города, автомобили, футбольных болельщиков и портреты известных личностей. Среди них космонавт Юрий Гагарин, поэт Роберт Рождественский, артист Юрий Никулин и многие другие. Если у человека золотые руки, зоркий глаз, все, я полностью в его власти, поэтому я вот посмотрел эту выставку вот именно с таким чувством. Подпал под обаяние фотографа, я его полностью принимаю, он мой. Экспозиция продолжит свою работу до 2 апреля. Ксения Баканова, Петр Паламеев. События.